А, мы не думаем. Можно? Здравствуйте. Сейчас до истории дойдет. Все в сборе. Наша общая задача, кроме Павла Андреевича, он будет впереди. Наша задача не расползаться, это самое. 2-3 велосипедиста в большей линии могут. Чтобы одну полосу занимали, не растягивали. Так, разрешите, пропустите, пропустите. Коридор, коридор. В дни успеха и печали для нас ты альма-матер. Хоть тебя мы превращали в вертеп и в цирк, и в театр. Виват лицей, виват, виват лицей, виват лицей, виват, виват лицей. Лицей, спасибо, что ты есть. Виват! А теперь идем пока что пешком. Пешком ведем велосипеды. Кто там, так, кто там вылез на встречку? Водителю внимание, жизнь шоколона. Остановите движение на перекрестке. Против часовой, да? Да. Остановите движение на перекрестке, жизнь шоколона. Осторожно, неровная дорога. Пропустите меня вперед. Вот сюда поднимаемся. Так, стой, осторожно, по одному. Так, выстраиваемся лицом к морю. Что там еще куча места? Встаньте, чтобы всех было видно широким полукругом. Так, выстраиваемся. Мы все не помещаемся, так много нас сегодня. Полицейскую не обгоняем. Замедлились немножко. На встречную не выезжаем. Не спешим. Не обгоняем. Так тесно будет, упадешь. Не разгоняемся. Да, я понял. Так, пропускаем вперед Павла Андреевича. Притормозили, пропускаем вперед Павла Андреевича. Так, осторожно. Осторожно, камешек. Давай
Давайте покопаемся в ней. Вдруг не фараонское золото хоть. А кто сюда сомневается? Так, на велодорожку все спрятались. Осторожно. Так, проезжаем. Я бы не разгонялся. Велодорожки не сходим. Андрея Витальевича не обгоняем. Андрей Витальевич не дается. Андрей, что право? На следующем перекрестке. На следующем. Так, не спешим. Саша идет пешком. Ну ладно. Я вас попью воды. Так, нам сюда. Так много. Да, 150 человек. Так, аккуратненько просачиваемся. Что? У вас не будет шестигранника? Ай, будет. Можно? Ну, сейчас, я подожди. Я вот эта штука на руле, она пошла. Сейчас, подожди. Жажда. Андрей. Да. У меня тут в заднем колесе колючки, и кажется, пробили. Я не знаю, доставать их или нет. Так, конечно, доставать. Тут уже ничего не сделаешь. Если повезло, значит повезло. Ладно, короче. Шести. Все? Да. Все нормально? Хорошо. Не знаю, я сплачиваю. Я не знаю. Как я вам едется? Знать. Хорошо. Нормально. Да. Чинки-уки. Раздача. На. Я потом вместе с ними. Они в Аркадии живут, дома поедут. Здравствуйте, Павел Андреевич. Павел Андреевич, день я добрый. Хотел спросить, а из девятого бои единственный? Ну, они живут в Аркадии. Может быть. Ну,
Руководство тоже нуждается в пище. А мы, слава богу, не руководство. Руководство, оно питается Божьим духом. А мы так. Ассистенты. Кто тебя покусил? Собака. Собака. Ну, аппетит, я вижу, не пропал. Все в порядке. Ну, а ты ее укусил? Ну-ка, покажи. Покажи. Я думал, что там ногу от половины откусили, а там всего лишь на все. Разве иди, это укус? Еще раз, уже было. Разве для это укус? Пойди разберись. Это полноги должно быть второе. Валерий Яковлевич, давайте мы вас сводим с этой собакой познакомим. Меня уже кусало, не надо. Валерий Яковлевич в основном змеи кусает. И собаки тоже. Так, куда на левой стороне оказался? Правее, правее, правее. Только в правый ряд. Правый ряд. В первом ряду едем. Спрячьтесь в первый ряд. Если отпустите, значит, нет дырек. Тетя, здрасте. Меня снимают. А тетя, здрасте. Вася, помогай. Это Эпик. Здорово. Остановиться. Эй, Виталий! Уже поехали нормально. Так, где этот хлопец со спущенным колесом? Покажите мне, кого спустило. Так, значит, сейчас ты сходишь с велика и пешочком идешь вот по этой улице к лицею. Какие твои впечатления? Просто первый раз и такое счастье. То есть ты едешь и в коллективе приятно так со всеми рядом ехать. Соня, как после падения ты себя чувствуешь? Да чего подумаешь, падение. Мне очень понравилось. И все? Ну, мне очень такой класс прокатиться по городу, когда на красный, на зеленый, еще и с мигалками. Самое приятное ездить на красный свет, да? Первый раз за всю жизнь такие впечатления. А что дальше будет? Дальше? Дальше будет воскресенье. Что было интересного в этой поездке? Все. Все было интересно. Костя, как впечатление? Это был мой первый велопробег. В прошлом году я не участвовал по причине болезни. Но именно потому, что это мой первый раз, я думаю, это будет самые незабываемые моменты в этом году. Падать – это больно. Ездить надо в шлеме. Что очень... больше всего понравилось? Подъемы снизу, там, с трассы дороги. Да, на трассе дороги. Как тебе, понравилось? Да, очень понравилось. В следующем году поедем? Да, конечно же. Ну, на
наконец, хотелось бы услышать пару слов от организатора этого безобразия, от Виолы Васильевны. Велопробег прошел отлично. Спасибо нашим правоохранительным органам, полиции, которая нас сопровождала. Большое спасибо, что было все бесплатно. Виват лицей! Виват лицей, виват наши охранители, наша полиция. Правильно я говорю? Да. Подлизывается. Да. Что в следующем году пустили. Что в следующем году пустили, несмотря ни на что. Да.